Я считаю, что Михаил Горбачев – это жертва истории, но жертва благородная. И поэтому он заслуживает такого ордена. Он жертва, потому что, когда он начинал, он, конечно, никогда не думал и не стремился к развалу Советского Союза, в чем его обвиняют. Он, наоборот, стремился его усовершенствовать, но Советский Союз был, в принципе, неусовершенствуемой политической системой. И его развал был совершенно очевиден. Михаил Горбачев совершил подвиг, то, что он способствовал тому, что развал Советского Союза был сравнительно мирный по сравнению с многими другими странами. Вспомните волну в Алжире, когда распадалась Французская империя. Вспомните, как распадалась Югославская Федерация, что там творилось. У нас ничего этого не было. И существенная заслуга в этом Михаила Горбачева. Хотя бы за одно это он заслуживает ордена. А вот те инициаторы, они могли бы поискать среди орденоносцев людей не просто поганеньких, но и напрямую преступных.